Привет всем, еще момент покажу по Припяти. У нее такая проблема бывает, как вот этой. Это чисто механическая проблема. Вот с этой кнопкой посередине. Она переключает бета и гамма режимы. Снаружи просто одна кнопка, но внутри там переключателя, то есть тумблера 2. И вот эта кнопка их сдвигает одновременно, переключает двух. Но это не всегда так происходит. Вот, смотрите, вот сейчас режим бета, на нем снизу нет точек вообще. Вот, если я двигаю вот вправо, это режим гамма, и появляется точка. Видите, если двигаю вот влево, переключаю, точка осталась. Это значит, что он, а вот пропала. То вот, когда пропало, это переключился уже в режим бета измерения импульсов. А если не, точка есть, то он не переключился. Вот я чуть-чуть сдвину, еще подвигаю ее вправо, чуть-чуть сдвину на миллиметр, и появилась точка, видите? А кнопка в режиме бета. Но на самом деле это уже режим гамма. Вот такой вот бред бывает. Еще сдвигаю вправо, придерживаю, это уже вон она пропадает и появляется. Это значит, что режим бета и гамма не полностью переключается. Это потому что внутри эти переключатели, они уже от старости заедают, окисленные внутри. И они не сразу переключаются внутри два этих рычажка. И надо ее вот, вот я переключил в бета, а нифига, оно не переключилось. Это режим гамма. Вот сейчас уже переключилось, пропала точка. Когда точка есть, запомните, это режим гамма, по-моему. А когда нет ее, да, когда нет точки, тогда будет режим бета. Вот, обращайте внимание на точку, а не то, что вы переключили. Потому что этим 90-го года прибор, ему 30 лет. И эти кнопки барахлят. Но это механическая проблема, ее никак вы не решите. Разве что изопропиловым спиртом капать, потом просушивать эти точки, можете еще маслом смащивать, еще 100 раз вот так вот подвигать ее, чтобы она работала, не переключилась опять. Чуть-чуть подвигаю вправо и прижимаю, уже переключилась. Вот, можно постучать по ней, опять переключится. Ну, то есть это механическая проблема, надо просто учитывать это, что не полностью переключаются режимы. Вот. Может быть так, что один рычаг внутри переключился, а второй нет. А эта кнопка переключает одновременно там два рычага. И тогда будет вообще бред на экране. Потому это учитывайте. Либо разберите, там, смазывайте маслом, 100 раз ее двигайте туда-сюда, спиртом изопропилом капайте, но не включайте, пока он не высохнет. Потом высушивайте. Можете ультразвуковое ванне мыть, ну как-то вот решайте эту проблему. Это механическая чисто проблема, никак она относится к другим. Вот, вот, здесь точка как бы и есть, но там непонятно, может там один, переключился только один режим, это вообще непонятно, то есть один тумблер, а там два тумблера, и они одновременно вот так вот сдвигаются, вот так вот раз, раз. А кнопка это двигает их два, захватывает одновременно. Вот такой. Вот такая еще проблемка. Обращайте внимание, эти кнопки тоже бывает не переключаются. Бывает, вы вот так переключили, а оно не переключилось на самом деле внутри. Вот это проблема Припяти тоже. Ну, вот, в общем, дубовый такой прибор 90-х годов. Ну, что ж сделаешь? Ну, такой сделали уже, как есть. Ну, показываю хотя бы, чтобы знали эти косяки этого прибора. Вот опять не переключилось в режим бета. Показывает бред какой-то. Вот. Опять эта точка горит, ничего не переключилось. То есть там один, наверное, переключился рычаг, а второй нет. Вот. Надо прижать, чтобы пропала эта точка. Тогда реально будет режим бета. Два переключателя, два тумблера сдвинутся, заработают. Ну, в общем, вот такая проблема в Припяти есть. Она в кнопке. Вот этой, и в данной Припяти еще в этой была проблема. И вот этой конкретной. Ну, будете знать, все, может, кому-то помог. Все, всем пока.